Действия судьи Калининского районного суда Санкт-Петербурга Тямина ярко и наглядно свидетельствуют о несоответствующем указанной норме закона поведения. В силу особого конституционного правового статуса судей, связанного с осуществлением публично-правовых функций судебной власти, законодатель предъявил к ним повышенные требования, в том числе с точки зрения соблюдения морально-этических норм. Это повышенные требования к моральному облику, а также ограничение конституционных прав граждан, судей, в том числе повышение требований к поведению в служебной и внеслужебной деятельности. Установленный кодексом, установленный кодексом судейской этики принимается судьей добровольно. Возможно, судья Калининского района ходатайство судья передайте мне в письменном виде. Я оглашу, я заканчиваю. Я не нуждаюсь в цитировании. У нас открытый процесс. Я сейчас закончу. Ходатайство передайте мне в письменном виде. Возможно, судья Калининского района Санкт-Петербурга Тямина указанным требованиям не соответствует. Не способен к адекватному оценки происходящего, а его действия, позорящие честь и достоинство судьи, несовместимы с высоким статусом судьи. Еще в 2002 году Европейский суд по правам человека в деле Калашникова против Российской Федерации в своем решении с большой озабоченностью отметил нарушение этических норм поведения. Не переданы ходатайства в письменном виде. Я оглашаю непосредственно, не надо меня перебивать. Данных существу вашего ходатайства ясно, либо с доводами его передайте суду, либо Я закончу. Откажете через определение в порядке 29 главы. Передайте в письменном Европейский суд по правам человека в деле Калашникова против Российской Федерации. Так, представитель Нерединый может и дальше оглашать. Пожалуйста, обсуждайте ходатайство. Дайте мне закончить с заявлением об отводе. Это неуважение к участникам по делу. Уважение к участникам по делу, когда вы в течение длительного времени цитируете все известные нормы уголовного закона. Если вам известно, почему вы эти нормы эти нарушаете? Подписали вы это ходатайство у меня на глазах. Высказываясь о кадровой политике, о тех требованиях, которые предъявляются кандидатам в судейские должности, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин отметил, что здесь особое внимание должно уделяться вопросам противодействия коррупции. Можно объявить перерыв, вызвать сотрудников правоохранительных органов. Вызовите перерыв. Не вижу я оснований для объявления перерыва. Вы нарушаете порядок производства по делу. Не даете мне огласить заявление об отводе. Оцениваю как злоупотребление правом. Для заявления ходатайства вам было предоставлено достаточно времени. Ходатайство в письменном виде суду не берет. Высказываясь о кадровой политике, о тех требованиях, которые предъявляются кандидатам на судейские должности, президент Российской Федерации Путин отметил, что здесь особое внимание должно уделяться вопросам противодействия коррупции. Жалоба рассматривается на решение. Это что такое? Вы нарушаете порядок производства по делу. Я прошу. Значит, доводов в жалобе.